Здравствуйте, приветствую вас на канале Ольга Сантаро. Меня зовут Ольга. У нас сегодня расклад на тему «Мысли мужчины о вас сейчас». Итак, мои дорогие, давайте начнем и посмотрим. На сегодняшний день, что между вами? Что между вами? Информация, по которой вы сможете понять, ваш ли это расклад. У вас с этим загаданным человеком или с человеком, который хочет выйти здесь на связь, да, хочет поговорить, возможно, с вами о чем-то. Что между вами сейчас? Вы находитесь в общении, в знакомстве, в отношениях. Если в отношениях, каких отношениях вы находитесь сейчас? Какие нити судьбы соединяют ваши жизни? Дальше мы посмотрим, что мужчина о вас думает. Мысли мужчины о вас сейчас, что он о вас думает, какие мысли кружат у него в голове. На сегодняшний день, как воспринимает ситуацию между вами, как видит ситуацию между вами, каких отношений он бы хотел и какие будут его шаги, его поступки. Эмоции мужчины по отношению к вам. По утрам, по вечерам, среди ночи, среди дня, когда рядом и когда далеко. Что у него на сердце, что у него на душе. Ну и посмотрим, конечно же, какие мысли не дают ему покоя. Какие мысли чаще всего будоражит или радует, но не дают ему о вас забыть. Итак, кому не хватает времени, ставьте, пожалуйста, на паузу, а мы начнем. Первый вариант, первых три карты, что между вами сейчас, информация, по которой вы сможете понять, ваш ли это расклад. Резонирует, интересно, смотрим, нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. Ну вот смотрите, девочки, я вижу здесь, конечно, ситуация у нас такая, этот человек, но вот должна быть моей. Ну вот должна быть моей. И я вижу, что у вас, ну вот есть вот этот некий момент притяжения с этим человеком. Вот он о вас думает, что-то о вас мечтает, что-то планирует даже очень. И вы знаете, здесь идет момент, как бы сталкиваетесь вы с этим человеком очень даже часто. Я не могу сказать, что между вами прямо все просто. Но явно идет момент, что так или иначе, но вы тоже об этом мужчине думаете. Возможно, для себя вы выставляете какие-то определенные, да, грани, что возможно, что невозможно, что вам нужно и что вам не нужно в вашей жизни. Но я вижу, что мужчина, конечно, о вас мечтает. Вы ему очень-очень не то, что интересно, вы ему прям приглянулись. Мужчина, конечно, властный и такой, знаете, устойчиво стоящий на ногах. Очень может иметь даже хорошую должность. Вы с этим человеком действительно можете пересекаться по работе, по учебе. Вы можете с этим человеком достаточно часто сталкиваться. И в решении каких-то деловых вопросов мужчина почему-то как желает изменить ракурс вашего общения. Как-то вот перевести, возможно, тему не совсем в деловое русло, да, дать этим разговорам и этому вашему общению какой-то иной подтекст, да. Ну, давайте посмотрим, кто же там о вас прямо мечтает. Я вижу очень даже такого интересного человека. Сказать, что у вас уже есть отношения, это некая как перспектива на будущее. Ну, давайте посмотрим сейчас, что между вами сейчас. Ну, вот вы знаете, да, вот все-таки чувствовалась вот эта энергия, как бы притяжение есть, но и есть вот эта двоечка мечей. И есть между вами вот это стекло, да, вот это состояние, когда вот этот решающий шаг как-то вот, ну, никак не произойдет. По сути, между вами сейчас есть некий момент, ну, я бы сказала,
какого-то запрета, да, вот какого-то запретного чего-то между вами, оно есть. Вот есть притяжение и есть вот некий запрет, как бы сам себе запрещаю, сама себе запрещаю. И вот такая вот ситуация. Смотрите, вы с этим человеком действительно можете сталкиваться по каким-то деловым вопросам, вы можете даже работать вместе, потому что здесь показывает, что вы даже очень часто встречаетесь с этим человеком. Я бы даже сказала, что для некоторых может пройти, что ну буквально почти каждый день вы с этим человеком можете сталкиваться. Можете вот как-то вот можете заметить, что ваши какие-то столкновения участились. И я вам скажу, что вот мужчина, он заинтересован сталкиваться с вами. Он заинтересован, он желает вас видеть. Вот я прямо вот сейчас не могу сказать, что есть отношения. Они как вот, как некое желание, желаемое для этого человека. По сути, я вижу очень такой сильный характер, да, он нам сразу вышел императором. То есть я хочу, да, я держу, эта женщина должна быть моей, да. То есть у него какая-то вот такая прямо на вас, знаете, сконцентрировано определенно внимание. Вы хороши, вы в его понимании очень красивая девушка, достойная, да, вот такая прямо, ну, классная женщина, обворожительная. И этот мужчина волей-неволей, он о вас думает, волей-неволей, а он ревнует. И здесь, конечно, вот эта двойка мечей показывает, что-то недозволено, что-то как бы и я не пускаю, да, ну и, возможно, и вы где-то выставляете какие-то определенные грани, да, вашему общению. Здесь, конечно, вышло прямо, знаете, стекло, возможно, для кого-то это может проходить, ну, прямо близко, но вот этот, да, какой-то фамильярности не допускается. Вот почему-то вот так вот. То есть можете быть с этим человеком достаточно в таком, я бы даже сказала, интенсивном общении, да, но это общение деловое. Что между вами сейчас? Давайте посмотрим. Но вы знаете, как-то вот эта ситуация, она как-то немного застывшая. То есть очень может быть, что вот и вы видите, что вы нравитесь этому мужчине. Но вот этот момент не позволяю сам себе. Он есть. Я вам скажу честно, этот мужчина ожидал и выжидал какое-то определенное время в надежде, да, что как-то вот утихнет его притяжение к вам. Но я вижу, что не там-то было. Я вижу, что этот человек, он как-то очень его тянет к вам, очень его тянет. И вы знаете, этот человек действительно как-то в каких-то размышлениях, вы знаете, начать с вами разговор. Смотрите, здесь, конечно, я вижу притяжение между людьми, но возможно, вот не все так просто. То есть кто-то может быть не свободен, у кого-то может быть ситуация подчиненный и начальник, да, и как-то не желая как-то вас компрометировать, этот мужчина немного, знаете, так на месте ровно сидит. И по сути видно, что этот мужчина вами увлечен, вы ему очень интересны, очень нравитесь. Здесь даже может быть какая-то вот острота направлена в вашу сторону, то есть он на вас концентрирует внимание, его раздражают все мужчины, которые там так или иначе, по делам или по-дружески, или, возможно, у кого-то даже некий интерес к вам, и хотят с вами пошутить, и пообщаться, и как-то побеседовать. Его вот бесят такие мужчины, да, и вот здесь прямо идет, он как один против всего мира. И с одной стороны, да, он как бы и сам себе не позволяет вам проявляться, но с другой стороны его раздражают все мужчины, которые вот себе это позволяют, которым можно, потому что я вижу, что этот человек, он прямо, знаете, как держит сам себя. Действительно, на сегодняшний день, сейчас, это такая ровная ситуация, и я вижу, что мужчина, возможно, в ожидании, что вот его отпустит, его, знаете, как-то он к вам охладеет, он вот буквально себя держит. По сути, сейчас человек пытается загнать в некую коробочку свои чувства и свой интерес к вам, закрыть ее, знаете, и вот ключи выбросить в океан. Но ситуация выходит из-под контроля. Я вижу, что вот его эмоции, его чувства вот в коробочку не умещаются. Это человек, который привык держать ситуацию под контролем, с вами не получается.
Он понимает, что у него есть вот этот момент поддаться вам. И что бы вы ни говорили, и с чем бы вы ни обращались к этому человеку, он как-то вот желает пойти вам навстречу. Но здесь может проходить ситуация, да, так, чтобы никто не видел. Он как-то, знаете, не желает себя раскрыть. Он не желает себя вот раскрыть, что он, у него есть к вам чувства. Давайте посмотрим еще, вот как вы видите эту ситуацию для себя. Ну, вы знаете, вот да, это ваше непосредственное общение. У вас деловое общение с этим человеком. Да, возможно, этот человек вам нравится, да, в общении, в каком-то пересечении с этим человеком. Он вам интересен, вы видите что-то в нем, то есть вы чувствуете некое притяжение к этому человеку. Даже, возможно, есть какие-то особенные шаги в вашу сторону. То есть, что вы вот ощущаете, да, что этот человек, у него есть желание как-то прикоснуться к вашей руке, да, к вашему плечу, где-то оказаться рядом, да, поближе к вам, да, где-то в разговоре. Когда есть другие люди, этот человек опускает глаза, как-то вот не смотрит на вас. А когда вы один на один пересекаете, так он бы вас съел глазами, понимаете? Просто бы сожрал и все тут. И что он смотрит, знаете, и на вас, на вашу фигуру, на ваши ноги. То есть он вас, явно идет момент, что этот человек в вашем окружении, и вы видите его интерес по отношению к вам. Вы видите. Но здесь вот это есть некий такой момент. Возможно, кто-то начальник, кто-то подчиненный, возможно, какая-то вековая разница, да, то есть некий такой мезальянс, который, знаете, останавливает людей, не позволяя им открыться в чувствах. Но здесь я, конечно, вижу больше интереса прямо вот со стороны мужчины. Больше интереса. Конечно, вы очень такая красивая девушка, да, привлекательная, яркая, и вам видно вот это скрытое. Но и здесь я хочу отметить, что он такой не один. То есть вы, возможно, в своих каких-то, в каком-то общении с мужчинами, у вас прямо вот есть какая-то определенно своя политика, скажем так. То есть рабочее общение, да, и вот это все, да, только как кто-то хочет как-то перезапустить вашу беседу в какое-то более такое фамильярное русло, вы как-то вот эти моменты пресекаете, давая человеку понять, что, ну, вы девушка, с которой нужно видеть берега, да, и понимать, что можешь сорваться с обрыва. Вообще-то я вижу, что вы прекрасно понимаете, о чем идет речь, вы прекрасно понимаете вот эти тайные взгляды этого мужчины, да, вот эти необычные взгляды. И вы, как девушка, как женщина, буквально чувствуете энергетически, что этот мужчина к вам неравнодушен. Да. Интересно вам, возможно, да, то есть вам интересно... Что, ну вот, как знаете, вы в приятном таком общении, но в этом общении есть что-то большее. Есть чуть-чуть больше, чем с другими, да, мужчинами, с другими вообще, сослуживцами, там, коллегами. Есть что-то большее. Ну хорошо, давайте посмотрим. Мужчина вообще как для себя вот эту ситуацию сейчас видит, да, как он воспринимает то, что происходит. Давайте посмотрим. Ах, девочки, а вы соблазнительная. Очень красивая женщина. Такой, знаете, концентрированный соблазн. Вы очень этому мужчине нравитесь. И он вот свое притяжение, да, вот он понимает, что он ему поддается. И вот его буквально, знаете, скружили вы ему голову. Он, конечно, понимает, что есть еще кто-то. Есть ваш, возможно, в вашем окружении, возможно, здесь женщина даже находится в определенных отношениях на сегодняшний день. То есть кто-то, да, с кем придется так или иначе, и, ну, скажем так, разбираться, да, конкуренция определенная, ну, как-то за ваш интерес, за ваше внимание бороться. Вот у него есть ощущение, что есть, возможно, даже и более достойный мужчина, чем он в вашем окружении. Вообще-то я вам скажу, что да, этот мужчина видит и знает, что вы женщина действительно притягательная. И не один мужчина вот так вот, знаете, в некой тоске
мается по вам, знаете, без надежды, надеется там на что-то. Я вижу, что вы такая, знаете, женщина, вы своей женственностью, вы пользуетесь прямо, знаете, ну вот пользуетесь. Возможно, не на 100%, но вот вы прямо умеете подойти, вы умеете переубедить, вы умеете понравиться, да. То есть, если у вас есть определенный интерес, да, к мужчине, вы прямо умеете скружить голову. И вот этот мужчина, он понимает, что вы вот такая, знаете, все равно на вершине, все равно на пьедестале, все равно не дотянуться, но вот прямо глаз оторвать невозможно. Вы очень ему нравитесь, и вы знаете, для себя он вас видит как соблазн. И отказаться невозможно, да, но и взять как-то руки короткие, понимаете? Вот здесь вот такая ситуация, вот такая. Да, вы его очень интересуете, как женщина, очень, очень. Вы знаете, ваш характер, ваш темперамент. Здесь у вас очень даже такая доминирующая позиция. Вы мощная в энергетическом плане женщина, и вы очень прямо его увлекаете, этого мужчину. Да, вы знаете, когда он смотрит на вас, и знаете, как страху в глаза смотрит своему. Почему? Он понимает, что он вот в шаге от того, чтобы вот потерять голову, чтобы влюбиться в вас. И вот с одной стороны, знаете, как-то вот ему кажется, вот я ее не вижу, мне легче, да. С другой стороны, так хочу ее увидеть, прямо есть моменты определенного скучания какого-то, вот такие вот нюансы, да. Как же правильно. Вы знаете, что он думает, что с вами и в ад, и в рай. Вот та женщина, с которой можно взлететь и оказаться в раю, да, и которая может опустить в самые, знаете, глубокие, отдаленные уголки ада. То есть очень-очень от вас многое зависит. Вот этот человек, он сейчас, знаете, действительно как смотрит. Знаете, здесь больше даже, я бы сказала, смотрит своей судьбе в глаза. Играть с вами опасно. Начинать с вами охоту и как-то вас соблазнять не имеет смысла, потому что вы просто, знаете, глазки поднимете, и он пропал. И он пропал. И он понимает, что он вот в шаге просто потерять голову. Просто потерять голову и, знаете, в жизни своей совершить очень много таких поступков, скажем так, незапланированных. Вот такая вот ситуация, очень даже интригующая, мои дорогие. Здесь нужно быть поосторожнее, потому что я вам скажу, что этот человек не только, знаете, в шаге менять свою судьбу, но и в шаге менять вашу судьбу. Так что если вы желаете дать этому человеку шанс какой-то, в надежде, знаете, на какое-то, скажем так, чтобы не скучно было, ну вот здесь нужно поосторожнее, потому что я вижу, что человека может утянуть, и там уже что-то потом исправлять, отказываться или как-то менять будет уже поздно. Ну, давайте посмотрим дальше. Итак, что этот мужчина о вас думает сейчас? Ух ты! Девочки, вообще-то вышла карта вожделения. Этот мужчина вас желает, действительно. Вот так бы, знаете, ухватил и никому бы не отдавал. Но здесь прямо вот идет, да, вот человек прямо вами любуется, как, знаете, вот он видит вас очень красивой женщиной, буквально сошла с картинки. Такая вся свежая, такая вся красивая, интересная. И вот у нее есть все, вот в этой женщине есть все. И действительно он вас желает. Но вот эта четверка мечей показывает, что на сегодняшний день прямо недвижимая ситуация. И она недвижимая сознательно. То есть этот человек сознательно вот держит себя буквально в ежовых рукавицах. Да? То есть он боится где-то потерять контроль над собой и над ситуацией с вами. Давайте посмотрим еще, да, что ты думаешь о ней. Такая, знаете, прямо картиночка. Я бы даже сказала, что, возможно, у этого человека есть какие-то ваши фотографии, есть какие-то возможности вами любоваться, да. Ну вот прямо нравитесь ему очень. Ну давайте посмотрим еще. Ах, что он думает о вас? Ты лучшая. Вот что она о вас думает. Вы такой невероятный, какой-то неожиданный сюрприз от судьбы, от жизни.
И вот что делать, да, что с этим делать, если я теряю вот почву из-под ног, да, если чувства мои поднимают меня над землей. Этот мужчина влюбляется в вас. Я вам скажу честно, это такой еще, знаете, этот мужчина, он способен и на определенные манипуляции, он способен и как-то вот управлять людьми, знаете, он умен, он остроумен, он такой, знаете, пробитной парень. И он где-то вот прямо вас опасается, потому что теряет почву из-под ног, он теряет какие-то, знаете, свои устои, свои какие-то понимания, свои какие-то рассуждения. Но пока что еще вот эта ситуация между вами, она действительно как-то вот как в тишине определенной, то есть не сказано, не открыто. По четверке мечей, как знаете, ну заморожена по сути на сегодняшний день. И думает она о вас, что вы лучшая, Очень много страсти по отношению к вам, я вот вам честно скажу, да. Такое вот ощущение, оказалась возле меня такая женщина. Это по сути удача, это по сути вот такой вот улов. Но дело в том, потянули я. Я вам скажу честно, сейчас у него проходит такая немножечко хитрость по отношению к вам. Очень может быть, что этот человек хотел бы с вами тайных отношений. Очень может быть. Но вот как-то, вот знаете, зная ваш характер, не решается вам что-то предлагать. Понимая, что вы, знаете, со своей стороны, если даже дадите ему шанс, он сам захочет чего-то большего, он сам захочет чего-то серьезного, он понимает, что если между вами что-то будет, он уже не захочет вас с кем-то делить и не захочет другой женщины. То есть у него есть вот такое четкое опасение, что вот в его поле, в его жизни, да, появилась вот такая женщина, как вот эта рыба, да, то есть то, о чем мечтает каждый рыбак, да, каждый мужчина мечтает, чтобы вот такая страсть, чтобы вот такая женщина оказалась в его поле зрения. Но когда она рядом, он не знает, что делать. Он не знает, как ему быть и что ему делать вот со всей этой ситуацией. Вот так этот мужчина, да, вот у него есть осознание, что вы лучшие, у него есть осознание, что он тонет в своих чувствах, что у него есть любовь к вам, что у него, знаете, что это не просто притяжение, страсть, это большее. И он боится этим чувствам дать волю, боится, опасается вот этой игры, потому что понимает, что он проиграет, что он уже проиграл. Здесь я вам скажу, что вы можете даже столкнуться с тем моментом, что этот мужчина ни с того ни с сего, знаете, как-то начинает придираться где-то к вам, да, начинает что-то вот как-то психовать, нервничать, да, и как-то какие-то предъявы ни с чего вам вот что-то вот бросать. Вот здесь даже такое может быть. Это, знаете, какая-то ревность, как-то вас спровоцировать, и от того, что мне тяжело и мне больно, да, вот я как бы хочу, чтобы ты это чувствовала, чтобы ты это понимала, что я вот недоволен чем-то. Вы обратите внимание, что вот эти такие всплески, да, негодования, они могут происходить именно тогда, когда он вас увидел с каким-то вот коллегой где-то там возле кулера или пьете кофе, что-то общаетесь, вы ему улыбаетесь, вы смеетесь, да, кто-то с вами шутит. Вот в такой вот атмосфере, в такой обстановке он как будто бы хочет вам дать понять, что мне плохо, мне это не нравится, я где-то вот не знаю, что со мной происходит. Но вы знаете, что, ну вот что с этим делать? Ну вот человек понимает, что он по сути, да, в его поле зрения есть вот это желаемое, да, желаемая женщина. Но что с этим делать пока что? Ну, не может он разобраться, не может в этом понять, что ему с этим всем делать. Ох, давайте посмотрим еще. Что ты думаешь о ней? Ну, шанса хочу, шанса. Боже, девочки, как мальчишка. Вы знаете, вот в один момент вы как будто бы вот зажгли какую-то спичку, знаете, в один момент вот то, чего он достиг, вот тот, каким он себя считал, да, такой вот весь успешный, весь классный, вы зажгли спичку, осветили ему, что это все, знаете, блажь, что это все ерунда, и как-то... И знаете, можете в одно мгновение, да, вот как-то изменить все в его жизни. Вы такая разрушительница. Вот в его понимании вы кармическая женщина, вы женщина, которую он опасается, потому что действительно подсознательно желает вас и желает перемен в своей жизни. Подсознательно он их действительно желает, этих перемен. Но сейчас я вижу, что он прямо боится своих чувств.
И сейчас я вижу, что вот слишком много нужно менять в пространстве. А просто, знаете, пойти с вами на какие-то легкие отношения, тайные отношения, он сам их боится, потому что знает, что ему этого будет мало, что он не сможет вас делить, он не сможет вас отпускать, он не сможет, знаете, вот как-то переключаться. То есть он все, он как застрянет, да, вот в этих чувствах, в этой любви, в абсолютном желании остаться в них. Ой, девочки, давайте посмотрим. Ну вот держу под контролем. Пока что я все держу под контролем. Пока что я вот стараюсь где-то держать это все под контролем. Но я вам скажу, что вот эти как некие переживания, они ведь даны ему не просто так. Где-то он, возможно, сконцентрировался слишком на чем-то материальном. Уж слишком он, знаете, прагматичен. И ему вот эти чувства даны для того, чтобы как-то сколыхнуть вот его вообще в его жизни. По сути, я бы сказала, что вы ему даны как испытание. И можете стать, вот знаете, чувства отношений с вами могут стать и для него, и вознаграждением. Если он это испытание пройдет правильно. Вот так вот, мои дорогие. Да, он хочет с вами поговорить. О чем ты хочешь поговорить? Ох, девочки, о том, что скрыто, о том, что скрыто, о том, что ему мешает. Ну вот прямо, знаете, под покровом ночи. Я совсем не удивлюсь, если этот человек пожелает вас где-то подольше задержать на работе, если этот мужчина как-то вот все-таки хотел бы как-то с вами остаться наедине, как-то вот прямо поближе с вами. О чем ты хочешь? Что ему тяжело? Вот хочет сказать, что ему тяжело. Вот крылья у него есть. И есть у него возможность к вам проявиться. Но именно то, что у него в голове, его и не пускает. И создает вот эту тяжесть. То есть этот человек, по сути, сейчас воспринимает вот то притяжение к вам, которое существует, как вот просто, знаете, некое испытание для себя. Да, где-то он еще рассчитывает, что это угаснет. Но я вижу, что это бесполезно. Это бесполезно. Возможно, я вам скажу, что да. Ну давайте посмотрим дальше. Что ты думаешь вообще по поводу этого всего? Вот тяжело не думать о вас. Тяжело как-то ему вот эту ситуацию разрешить. Тяжело. Есть некие обстоятельства, которые его не пускают. Есть какие-то обязанности, есть какая-то, знаете, вот ситуация, которая его не пускает, что вот как-то к вам прям проявиться так, как бы хотелось. Ну что, чтобы быть с вами, нужно что-то отрезать, нужно что-то в своей жизни менять, решать, и только тогда, до тех пор, прямо, ну вот, молчание такое. Что думает о вас? Думает о том, что вы знаете, что без вас он, конечно, вот пока он скрывает свои чувства, он одинок. Он одинок, он как-то вот действительно о вас много думает, но он одинок. И прекрасно он знает, что по справедливости вы самая красивая женщина, которая когда-либо ему встречалась, которая когда-либо его так сильно притягивала. Самая красивая женщина. И у него сумасшедшее притяжение к вам. Да, он себе это признается сейчас. Да, он в этом себе признается. Да, и это так, знаете, остро, бесповоротно и вообще. Ну хорошо, я вот здесь хочу спросить, планирует ли этот мужчина все-таки к вам проявиться? Тройка Пентаклей, вы знаете, очень даже по колесу фортуны. Да, я вижу, что слишком много он о вас думает, я вижу, что он как-то все взвешивает, я вижу, что он проявится. Он проявится в надежде на какой-то ваш отклик. Ну да, вот такая вот ситуация, вот такая вот ситуация. Вижу, что вы действительно вскружили голову этому человеку, сознательно или нет, но такую вот нам выдала карта сегодня ситуацию. Как на сегодняшний день этот мужчина воспринимает ситуацию между вами? Он хочет шанса, хочет возможности, да. Вот смотрите, он просто умирает от ревности сейчас. И вот именно эта ревность, вот именно это вот какая-то вот, знаете, внутреннее неспокойствие, оно и дает ему понять, что вот вы ему нужны. Она мне нужна, да, я вот ею жадничаю, я ее хочу видеть, я хочу к этой женщине прикасаться, и хочу, по сути, чтобы она была моей. Но я понимаю, что быть с этой женщиной возможно только через определенную перемену в жизни.
через определенную перемену. Я вам скажу, что этому человеку действительно как время нужно. Ему нужно время. Но этот мужчина, он желает шанса, потому что видит вас роскошную женщину, у которой очень много качеств, именно тех искаемых для себя, то, что он ищет, то, чего он желает. Он, конечно, вы знаете, еще есть вот тот момент, что вы как отдаете предпочтение, возможно, другому человеку, да, возможно, у вас есть с кем-то отношения. И он вот от одной мысли об этом, он просто сходит с ума. Действительно, знаете, как ты вырываешь мне сердце, ты мучаешь меня своей красотой. И хотел бы, знаете, поддаться иллюзии, что завтра ты будешь не так прекрасна, но это не так. Потому что завтра придет новый весенний день, и ты будешь еще краше, еще лучше. Вот так вот, мои дорогие. Ну что ж, давайте посмотрим шаги от этого мужчины. Я вижу, что они все-таки будут. Давайте посмотрим, будут ли шаги от этого человека, от этого мужчины. Ох, опять, вы знаете, император. То есть должна быть моя. Я бы сказала, что да. Вы знаете, у него почему-то здесь такое четкое сознание, что вы не статуя в саду, понимаете, которая будет ждать, когда он там созреет, когда он там надумает и начнет действовать. Вы яркая, вы такая активная, вьюнкая, характерная девушка, женщина. И здесь, знаете, нужно ловить момент здесь и сейчас. Если я буду выжидать, да, она не статуя в саду, я могу эту женщину упустить, она должна быть моей, хочу, чтобы была моей, потому что одна такая во всем мире. Ох, девочки, 3 старших аркана на действие. Ну, я вам скажу, что действия, конечно, будут в полной мере, и действительно, как закружат, завертят, и вообще, то есть, какая-то будет ситуация, с которой буквально, знаете, будет тяжело вырваться, тяжело из нее как-то выпутаться из этой ситуации. Я вижу, что, возможно, кто-то просто, знаете, вот как смотрит на этого человека, но где-то подсознательно и побаивается его действий, да. То есть, ну, засматривается, любуется, ну и пусть любуется, да, мужчина, пусть там ему глаза его радуются, да. Но я вижу, что здесь все переходит в более такое серьезное русло. Если вы дадите ему шанс, этому человеку, у вас действительно может развиться очень такое бурные отношения, бурный роман. Но вам нужно уже сейчас понимать, потому что я вижу, что вот этот шанс, который вы можете дать этому мужчине, он потянет за собой последствия. То есть он потянет за собой большие, очень грандиозные буквально перемены. Хотите вы этого человека? Конечно, да, желаете, чтобы он был с вами. Я вижу, что здесь прямо есть возможность, есть шанс. Нет, вот знаете, здесь нужно как-то вот это избегать, оставаться наедине с этим человеком, избегать каких-то контактов с этим человеком. И, знаете, как-то не давать ему шанса, не давать ему возможности, потому что человек буквально в шаге от каких-то вот прямо таких шагов, очень-очень активных. На сегодняшний день этот мужчина, чего он желает, каких отношений он желает с вами, каких он желает отношений? Будь моей королевой, да? Будь моей королевой. Ах, девочки, вот это о том, что я говорю, этот человек подсознательно действительно желает вот этой перемены в своей жизни, желает трансформации, и вы как некая, знаете, точка, на которую он сконцентрировался, женщина, на которую он сконцентрировался. Этот человек желает перемен. Я вам скажу, что действительно, если кто-то не свободен, если мужчина не свободен, это его подсознание, подсознательное желание изменить свою жизнь, изменить ее кардинально. То есть очень вероятно, что у него по личной жизни не все так, как он это демонстрирует, как он это показывает. Потому, вы знаете, почему-то вот показывает, что если вас нет, значит сердце разбито. Если вас нет, значит вот в жизни пусто. То есть те отношения, которые, возможно, есть у человека сейчас, они абсолютно не насыщают и не наполняют этого мужчину. И он понимает, что он вот какими-то фантазиями о вас, мечтами о вас, он заполняет пустое место в своей жизни.
То есть очень может проходить, что у него действительно по личной жизни, вот если вы даже знаете, что он в паре, там серьезная какая-то вот прямо пропасть. Потому что человек действительно, знаете, как на сегодняшний день он желает быть с вами, понимая, осознавая, что вот это потянет перемены, что это потянет какие-то вот сильные трансформации у него по жизни, и как-то готов я к этому или не готов, да, но подсознательно вот я признаю, что я хочу этого. Я этого желаю. Да, он понимает, что, возможно, вы ждете совсем другого мужчину. Что в ваших мыслях и в вашем сердце совсем другой мужчина. И его, знаете, печать, которую ему суждено нести, это вот разбитое сердце. Он это тоже очень хорошо понимает. Он понимает, что эти отношения, они как-то, знаете, так или иначе, должны быть выстроены на определенных руинах. И вот сейчас он просто, знаете, вот колеблется, разрушать ли то, что есть вот в его жизни, или все же он вам тоже не нужен. То есть он сейчас, по сути, в печали, и хоть, знаете, внешне этот человек может транслировать, что у него вообще там все в шоколаде, все классно, и он вообще самый крутой и самый наглый, да, но по сути я вижу, что на сегодняшний день человек прямо растерзан и в своем эмоциональном состоянии одинок. Вот такая вот ситуация. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим его эмоции по отношению к вам на сегодняшний. Он не ожидал. Это для него неожиданность. Вот его буквально очень резко накрыло. Какое-то общение с вами. Вот хочется какого-то вот продолжения. Хочется какого-то развития. И сейчас, по сути, человек в ожидании. Но ему очень интересно, что вы думаете о нем. Что вообще в вашей жизни происходит. Что вообще, да, на что он может рассчитывать. Его эмоции. Неожиданность какая-то, да. Вот неожиданно для него. Все для него неожиданно. Незапланированно, я бы так сказала. Незапланированные эмоции его накрывают. И я вижу, конечно, что сейчас может быть ревность. И вот, ну вот его эмоции, понимаете? То есть ты дана мне для... Ты наказываешь меня своей красотой. Ты дана мне для терзаний. Ты дана мне для какого-то осознания, для какой-то перемены, для вообще. То есть ты дана, ты какое-то испытание и соблазн для меня. И вот опять, знаете, вот идет эта карта, которая говорит, не могу тобой налюбоваться, не могу. Вот прямо какое-то наказание. Вот женщина прямо, красота которой меня буквально наказывает. Да, у него очень сильное притяжение. Он понимает, что он бы с вами пошел на любые уступки. Он бы пошел на любой компромисс, лишь бы вы хотели быть с ним. Да, хочу сдаться в плен. Хочу сдаться в плен любви и вообще, да, и вообще. Я был бы абсолютно счастлив. Девочки, конечно, я вам скажу, что здесь, конечно, вам нужно быть поосторожней. Вот я серьезно говорю. Потому что здесь так может закрутить все, что... Как-то сказать, что это пройдет незамеченным в вашей жизни, что это никак на вашу жизнь не повлияет, вот этот мужчина и эти отношения, я не могу. То есть, если вы этого человека просто, знаете, так вот смотрите, ну что-то ходит, бродит, знаете, там засматривается, что там у него, да, ко мне. Девочки, если этот человек вас не интересует, не давайте ему шанс, не открывайте ему свое сердце, не подпускайте его близко. Потому что этот человек прямо, знаете, как торнадо может ворваться в ваше пространство, как торнадо. И да, это страсть, да, это притяжение, это прямо такое необыкновенное чувство, схожее с кармическим. То есть, когда эмоции просто захватывают, захлестывают, и ты не совсем соображаешь, что с тобой происходит. Вот здесь оно очень-очень похоже. Ну, давайте посмотрим дальше. Какие мысли не дают ему покоя? Ай, тройка мечей, луна... И тройка пентаклей. Вот вы знаете, как сердце просто болит, кровью обливается от своей тайны, как хочу снять маску, как хочу открыться ей, хочу ей сказать о своих чувствах. Хочу это сделать правильно. Девочки, от него будут шаги, от него могут, знаете, это не будет прямо так, знаете, все напролом. Он будет подбирать меру, он как-то будет приближаться, уплотнять ваше общение, как-то вот делать его более тесным, более таким насыщенным.
не может он как-то вот как против себя не могу пойти. Хочу снять маску и хочу ей открыть правду. Вот такая вот ситуация. Мужчина желает признаться вам в чувствах. Мужчина желает признаться в чувствах. Вот такая ситуация. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Я буду очень рада. А мы продолжим. Пусть лучшим образом, конечно же, этот расклад в вашей жизни осуществится, но я вижу прямо такую, знаете, ситуацию, возможно, где-то граничащую, знаете, с большой-большой трансформацией в вашей жизни. Итак, мои дорогие, давайте будем смотреть дальше. Второй вариант, если вы слышите, что информация о вас резонирует, интересно, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. Итак, что между вами сейчас? Пятерка кубков. Ну что ж, девочки, здесь мужчина будет действовать в желании что-то наладить. В желании, да, давай забудем прошлое и начнем все сначала. Очень может проходить такая ситуация. То есть я попробовал без тебя плохо, без тебя земля уходит из-под ног. Я вот прямо, это просто крушение, я не ожидал. Вот очень сильное притяжение к тебе, и вот я буду активно действовать, и я готов, и я вот уже собран, уже все, уже вот действовать к тебе. Ну, хорошо, давайте посмотрим. Сейчас что? Что сейчас происходит? Какие-то обломки, да? Хочет собрать какие-то обломки, хочет как-то он... Знаете, как-то постучаться в вашу дверь опять. Ну, очень проходит мне ситуация, знаете, как-то сложно об этом забыть, какая-то вот ситуация, сложно ее как-то вот нивелировать. Но мужчина хочет еще один шанс. Он желает шанса, он желает возможности. Да, возможно, то, что между вами произошло, это была вот такая бурлящая огненная река, с которой, знаете, так просто не справиться, да, и перепрыгнуть ее очень даже тяжело. Но я вижу, что здесь есть некое взаимное притяжение. Есть взаимное притяжение. Да, эти тучи, они могут показывать, знаете, что, ну, не все так просто. Не все так просто, но тем не менее. Давайте посмотрим, что сейчас между вами, что здесь такое. Ой, мается, девочки, мается. Я вижу, что ни о ком думать не может, только о вас. Где-то он пытался даже как-то мысли о вас отбросить, но что-то, вы знаете, какая-то вот прямо правда истина выходит наружу, и по старшему аркану суд, прямо, ну, тяжело, плохо, без себя и все. Где-то, возможно, знаете, где-то даже и горюшко свое хотел залить. Где-то хотел ее, знаете, очень так плотно, знаете, залить свое горе. Ну хорошо, что же здесь случилось? Ну вот восьмерочка кубков. Вы знаете, какая-то прям печаль печальная. Я что-то упустил, какое-то прощание между вами произошло. Вот эта пятерка кубков, прямо, знаете, здесь, конечно, проходит ситуация, что вот как вспоминаю о тебе, греюсь какими-то остатками, осколками, какими-то воспоминаниями греюсь. Картина так себе, девочки, я вам сразу скажу. Да, у него к вам притяжение, да, он активно настроен как-то вот действовать. И вы знаете, что, ну вот плохо без вас, совсем плохо. Очень может быть, что произошла какая-то ссора. И вот человек хочет шанса, желает какой-то возможности на восстановление ваших отношений. Хорошо, ты как-то вот свою вину видишь, чувствуешь свою вину? Чувствуешь свою вину? Угу. Ну, чувствует ли свою вину? Вы знаете, такие карты вышли. Во-первых, человек считает, что вот у вас получится все наладить. То есть у него есть надежда, что вы восстановите отношения. Я вижу, что чувства у него есть. И есть вот этот момент, знаете, тянет его к вам очень, очень тянет. Осознаешь ли ты свою ошибку? Как-то не очень хочу осознавать, знаете, вот не очень. Хочу наладить отношения, хочу вот, потому что, ну вот, есть чувства к вам, безусловно. Но сказать, что вот он признает свою ошибку, ну вот так себе, девочки, так себе. Почему? 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 Вот и не хочу ковыряться в прошлом, да, хочу вот как-то вот это все отсечь и вот начать все сначала. Начать сначала вот наши отношения как-то вот по-новому все. А видишь ли ты такую возможность? Видишь ли ты, возможно ли это, по твоему мнению? Возможно ли это? Ну, это вы будете решать, да. Вы будете решать. Он знает, что вы недовольны, о неком таком, знаете,
нарастающим недопониманием между вами. Он, конечно, прекрасно знает, его это не устраивает, ему не нравится. Ему не нравится тот момент, что там уже кто-то, да, потирает руки, думает, ну и хорошо, что ты такой вот, да, сидишь там где-то в засаде, размышляешь, виноват ты или нет, не собираешься идти просить прощения. О, я вот воспользуюсь этим моментом. Он боится, что вас буквально перехватят. Что вас буквально, знаете, утянут в другие отношения, а еще больше он боится, что этот мужчина будет лучше, будет классным, будет любить и сделает вас счастливым. Это еще больший страх его. И действительно, он боится того, что в вашу жизнь придет другой мужчина, и у вас все будет классно. Вот опасается. Почему? Потому что он прекрасно знает, что вы та женщина, которая одна не будет. Что вокруг вас вон вертятся все. Все вертятся мужчины вокруг вас, и помоложе, и постарше, и похитрее, знаете, и такие, и даже очень классные мужчины, то есть всякого разного хватает вокруг вас, только вы решаете сама, с кем вам быть. И это вот его не устраивает, конечно, потому что, честно говоря, вот с вами у него было все, у него очень даже все, ему все нравилось, все ему нравилось. Хорошо, от чего произошла вот эта конфликтная ситуация, от чего? От легкомыслия. Где-то этот мужчина посчитал, что вот ничего уже не угрожает, да, ничего уже не угрожает, а сейчас вот как-то оказалось, что угрожает. Считал, что вот никуда вы не денетесь, вы его любите, и вот все будете терпеть, и все будете прощать, и все, знаете, он будет вам на нервах играть, как ему там получается, да, фальшиво, не фальшиво. И все, знаете, будет вот классно. На сегодняшний день я вам скажу, что этот человек прям порывается вам написать, порывается как-то постучаться в вашу дверь, прийти на ваш порог. Но вот он считает, знаете, что, возможно, кто-то виноват, что кто-то. И очень-очень он волнуется из-за ревности. Очень он волнуется, как бы ему кто дорожку не перешел. А, возможно, уже перешел. Так это вообще катастрофа будет. Ну, хорошо. Вообще, ты к этой женщине сейчас, вот так, как ты к ней вообще сейчас? Ой, солнце, старший аркан солнца. Ну, вы знаете, это такая ситуация. Как-то все стало ярко, все стало ясно, все стало понятно в один момент. Возможно, какие-то его заблуждения, они буквально улетучились. Какие-то его, знаете, домыслы. И приблуды всякого рода, да, они резко улетучились. Да, вы для него сейчас можете быть даже обжигающей, то есть причиняющей боль. Да, вы умеете быть женщиной, которая вот ласковая, добрая, животворящая, да, такая. Но и можете причинять боль, можете обжечь. И вот сейчас у него ощущение, что вот смотрите, да, как бы меня отлучили от солнца. Мне закрыли солнце. Вот сижу вот в этой темноте, да, от какой-то своей вот легкомысленности, от как-то где-то недооценил, где-то палку перегнул, где-то был действительно, возможно, неправ, но я не совсем готов это признавать. Да, я хочу с ней как-то примириться, давай это все оставим, забросим, да, начнем сначала. Как-то какая-то легкомысленность его все-таки, знаете, где-то он думал, возможно, что вот дверь для него всегда открыта в вашу жизнь. А сейчас столкнулся, знаете, как стало ему видно, скажем так, что это, возможно, совсем и не так. То есть конкуренция, есть другие мужчины вокруг нее, и очень она оказывается популярная, очень она оказывается интересная для других мужчин. И как-то для него это стало определенным открытием, я вам честно скажу. Где-то он был настолько уверен в ваших чувствах, настолько уверен в том, что вот вы никуда не денетесь, что сейчас он буквально, знаете, где-то очень даже так неожиданно удивлен. Ну хорошо, давайте посмотрим, а вы вот вообще, как вы этого человека видите вообще? Как вы видите этого мужчину? Ну, вы знаете, такое ограничение, то есть сам натворил, вот сам теперь пусть и разбирается. По сути, конечно, я вижу, что некая связь между вами действительно вот накаленная сейчас, или вообще, знаете, вот так, такое болотце себе, знаете, такое болотце, какие-то предъявы, то есть очень может быть, что вам есть что сказать, что слишком этот человек часто позволял себя вас обижать, возможно, да, как-то
какая-то вот ситуация, как, ну, по сути, вы ограничиваете общение с этим человеком, и, возможно, да, ну, не совсем, знаете, хотите видеть его, да, или как-то... Здесь мне больше, знаете, проходит, как я имею, что ему сказать, да. На каждое слово у меня есть ответ для этого человека. И по восьмерке мечей, по сути, знаете, как слишком много вот этого болота произошло, слишком много было вот этих таких колких моментов, и в какой-то момент чаша оказалась переполненной. Я вам скажу, что этот мужчина, конечно, у него есть к вам чувства. У него есть. Возможно, это какая-то вот такая специфичная любовь, потому что какая-то вот она, знаете, вот самоуверенное такое вот состояние этого мужчины. И только вот сейчас, да, у него появился какой-то страх, что он может вас действительно потерять. Вот он как определенное время вообще, знаете, вот как-то легкомысленно даже к вашей ссоре относился. То есть, ну, ерунда какая-то, боже мой. Боже мой, а сейчас вот только приходит осознание, что я натворила. Ну хорошо, давайте посмотрим еще, как вы видите эту ситуацию. Ну, угу. Ну что ж, я вижу, что вы очень так даже радикально настроены по отношению. Если он, да, видит, да, ничего там не случилось, да, что там, помиримся, все будет хорошо, то я вижу, что с вашей стороны ситуация выглядит намного серьезней. То есть вы видите эти моменты очень даже серьезно. И на сегодняшний день, да, есть момент развилки, то есть, возможно, вы и сами рассматриваете, возможно, какой-то процент, вероятность, что если этот человек изменился, да, осознал, что он натворил, может быть, да, вы дадите ему шанс, может быть. То есть такая некая развилка, она существует. Но по сути, вы прямо уже и в готовности вот разрешить этот вопрос здесь и сейчас и окончательно. И, возможно, действительно хотели бы некого пересечения с этим человеком для того, чтобы расставить какие-то вот вопросы вот на свои буквально места, или просто, да, вот уже, ну, вот там плюнуть между глаз и все. Но по сути, да, давайте посмотрим еще. Вы по поводу этих отношений, давайте посмотрим. Ох, девочки, да у вас здесь прямо, знаете, жизнь ключом. Я бы даже сказала, что вам нужен вот мужчина покрепче, да, поинтереснее. Возможно, вы в отношениях очень может проходить, а возможно, очень даже, что вы прям в ожидании нового, да, новой любви, нового. Вот что вы думаете, вот как есть намного лучше мужчины? Вот такая вот как-то вышла нам ситуация. Есть мужчины и получше. Знаете, как-то хочется... получать равноправную отдачу, да, хочется взаимности от человека. Здесь больше какая-то потребительская любовь почему-то проходит. Вот, да, вот есть она, есть любовь, и здесь, безусловно, я вижу и ревность, и любовь, и есть какой-то момент страха, что вот оказывается, что она уходит, ускользает, как-то что-то в жизни меняется. Но я вижу, что вы готовы к какому-то определенному перезапуску своей жизни, готовы принимать новое уже в свою жизнь. Даже если кто-то смотрит и рассуждает о том, что вот нет, только он и больше никто, да, и буду ждать, когда он придет, когда он там очнется, очухается, да, и придет просить прощения. Но я вам хочу сказать, что вы прямо на пороге большой перемены и большой взаимной любви в своей жизни. И очень таки мощный мужчина в вашу жизни. Прямо вот, знаете, держит путь. И по сути я вам скажу, что сейчас, возможно, вы так еще и радикально настроены, что никто не нужен, только вот этот, да. Но с приходом вот этого интересного, мощного человека с взаимной любовью в ваше пространство, ваше мнение абсолютно-абсолютно изменится. И я бы сказала, что вы вот об этом мужчине и думать забудете, и вообще вам будет все равно, что там с ним происходит, что хочет, тот пусть и делает, потому что вы будете увлечены вообще новыми отношениями. И то, что вот на сегодняшний день, возможно, у вас еще есть момент таких терзаний, это очень быстро уйдет. Потому что вот появится этот новый мужчина с какими-то новыми планами, с чувствами, с эмоциями, со страстью, с каким-то, знаете, вообще закружит энергия вас новой любви, и вы вообще, знаете, вот как-то отметете это, ну, было и было, да, и было, и осталось где-то там позади. Ну, хорошо, я вижу, что вы вообще, знаете, можете не переживать. Я вижу, что у вас по личной жизни вообще все будет очень хорошо. И вы входите в новый цикл, в новый цикл, в новую любовь.
Так что смотрите, вот этот ваш мужчина, он может опоздать. Он может очень-очень пожалеть, если он будет тянуть резину, сидеть в засаде, так он увидит, да, то, что, возможно, окажется его страшным сном. Ну, давайте посмотрим. Что ты сейчас думаешь об этой женщине? Что ты о ней думаешь? Двоечка жезлов, планы какие-то строит. Вы знаете, как-то вот я хочу, чтобы ты вот посмотрела на меня с другой стороны, да, чтобы ты посмотрела на ситуацию с другой стороны. Как-то будет подбирать меру. Да, действительно, он понимает, что между вами сейчас острая ситуация, очень острая. Ох, девочки, мне прямо, знаете, вот ярко проходит. Человек, который легкомысленно где-то отнесся к вашим отношениям. Действительно, он профукал свои шансы, свои возможности. И что-то вот сейчас, знаете, он еще не до конца понимает, что он действительно может опоздать, что он действительно может вас упустить, что вы действительно где-то переключаетесь и вступаете вообще в новую жизнь. Там, где для него... Ну, знаете, это такое легкое воспоминание только. И на сегодняшний день я вижу, что, ну, вот такое, знаете, состояние, то ли так, то ли иначе, да, какие-то размышления вот у него, что-то позади осталось, а вот какие-то планы еще строю вперед. Ну, острая у вас ситуация, между вами острая. Здесь я бы даже сказала, что вы узнали, увидели, как-то для себя открыли этого человека неожиданно, то есть... Неожиданно, непредсказуемо, где-то даже были очень даже удивлены, да, его поведением и вообще. Будет подбирать меру. В желании, по сути, да, не исправить ситуацию. Знаете, так припорошить белым снегом и как будто бы все чисто. Но по сути ничего не меняется. Вот здесь вот такая вот ситуация. Человек не изменился, человек никакой, знаете, трансформации работы над собой не провел. То есть где-то очень даже ситуация такая, как и была, да. И вот желание запорошить белым снегом, начать все сначала. Давай не будем об этом говорить, не будем об этом спорить и как-то возвращаться назад. А вот все забудем, начнем сначала. Что думает о вас этот мужчина? Ну хорошо, что она для тебя прекрасна. Хорошо, очень даже хорошо. Этот мужчина буквально, знаете, как под вашим... В желании, чтобы в вашем окошечке горел свет, и вы его ждали. Вот такая ситуация. Ему без вас плохо, ему без вас тяжело. Действительно, таким, знаете, открытием для него оказалось то, что вы самое лучшее. Ну, девочки, смотрите, здесь какая-то прямо ситуация, когда вот не отпускает 15-й аркан. То есть этот человек все равно желает манипулировать, желает где-то прогнуть ситуации. Возможно, на сегодняшний день он еще ожидает, что вы где-то там пожалеете, будете мчаться, знаете, со всех ног где-то вот к нему. Где-то он все-таки занимается самообманом, этот мужчина. То есть он не признает правды, он не хочет ее видеть такой, какая она есть. И не желая признать, да, свою какую-то, свои какие-то ошибки. По сути, желая держать ситуацию вот так, как она существует сейчас. Желание как-то вот обманывать, манипулировать, играть. Ему вас не хватает, но как-то вот 15-й аркан, вы понимаете, это как определенная вот цепь, которая его не пускает к вам. По сути, этот человек желает еще на сегодняшний день что-то выкрутить. Что-то выкрутить в свою пользу. Что-то еще, знаете, так вот выдумать такое, знаете, чтобы еще быть на коне, да с короной на голове. Ну да, вы понимаете, вот человек имеет возможность к вам прийти, имеет возможность выйти с вами на связь, но он сидит, он не действует. Есть момент ограничений, да, вы его крылья, вы его вдохновение, вы та женщина, которая ему очень нравится, но он сам сейчас, вот знаете, как бы закрывши свои крылья в клетке, сидит и не действует. Желание, что его манипуляция еще как-то проканает. А чего ты хочешь вообще? Чего ты хочешь? Каким образом твоя манипуляция должна сейчас вот себя оправдать, да, вот? Чего ты хочешь вообще? Ну, сначала хочу. Вот хочу сначала. Он хочет с вами отношений, но почему-то, знаете, как... Хочет еще одного шанса, хочет с вами отношений, но ситуация не меняется.
Ситуация не меняется. Сам корень вопроса, он не изменился. Сама вот ситуация, из-за чего произошла ссора, она не изменилась. Этот человек выйдет на связь. Что думаешь о ней сейчас? Ну, вы его императрица, вы любимая женщина для него. Ну да, да, сейчас этот момент как бы от вас скрыт, и кто-то скажет, да какая любовь, если так себя ведет, если позволяет себе идти на какие-то манипуляции, какая любовь. А вот такая у него любовь. Вот она такая, искаженная. Знаете, такая вот она у него. Нет двух людей, которые любят одинаково. И с вашей точки зрения это непозволительно. А с его точки зрения это какая-то ерунда. Что ты там зациклилась, обиделась она, видите? Вот видишь, я у тебя такой классный, такой распрекрасный, да? Вот я еще чуть посижу здесь, чтобы ты поняла, кого ты потеряла. И появлюсь как принц, да? И вот запорошит все снежком, да, чтобы было чистенько-беленько. И я приду. Но по сути вопрос-то не решается. Все осталось, ну вот знаете, как камни ушли на дно, но они все равно, да, остаются камнями. И то, что гладь воды их прикрыла, не говорит о том, что вопрос решен. То есть я вам скажу так, да, этот мужчина очень может быть, вводит вас в определенные качели, вводит вас в определенное время, обещая вам что-то и не исполняя этого. Вы, возможно, ожидаете, что ситуация изменится, но я вижу, что очередная, как знаете, запускается очередная манипуляция. Да, этот мужчина вас любит. Да, он вас любит. Да, он отдает предпочтение вам перед всеми женщинами, которые есть. То есть вы для него самое лучшее. Но он как бы желает жить двумя разными жизнями. Понимаете, здесь я творю, что хочу, и мне все позволено. А здесь ты меня ждешь, и всегда мне рада. Что бы ни происходило, и ничего от меня не требуешь, и ничего от меня не хочешь. А если ты хочешь некой стабильности, уверенности, да, в завтрашнем дне, ты хочешь какого-то изобилия, да, материальных благ, ну вот нельзя тебе этого хотеть. Понимаете, этот человек как бы диктует вам, какой жизнью вы должны жить. Вот такая ситуация, я вижу, очень даже она и неприглядна. Очень может быть, что вводит в качели. И как только вы начинаете чего-то хотеть, да, как-то, знаете, проявлять свой характер, этот человек вводит качели. То есть ты не хочешь так, не будет никак. Начинается создавать дефицит внимания. Но я вижу, что в этот раз он как-то вот перегнул палку. Он где-то ошибается очень. Он где-то действительно теряет вас, теряет шансы. Даже если сейчас вы знаете в такой привязке определенной к этому человеку, потому что вот такие мужчины, они действительно умеют привязывать, они умеют создавать какие-то нездоровые отношения. С одной стороны, как бы у тебя ощущение, что он в тебе нуждается, а с другой стороны, ты понимаешь, что ты вот превращаешься в ничто рядом с этим человеком. Хорошо, я вот хочу спросить, что должно произойти, чтобы ты изменился? Что должно? Ну, вот если вы отдалитесь, если он действительно почувствует, что он вас потерял, вот это для него будет каким-то шоком, и, возможно, этот мужчина и, знаете, изменится очень, может быть, потому что вот он любит вас, у него есть свое видение и свое вот это ощущение. Но вот смотрите, ну вот это надо, чтобы вы отдалились. И возможно, вот этот момент, который сейчас между вами, возможно, с вашей стороны, это некий очень правильный воспитательный момент. Возможно, для кого-то кто-то уже вообще поставил точку, вообще перечеркнул, ушел в новое, да, и даже не оборачивается, даже не желая тратить их секунды времени, думая об этом мужчине. А кто-то, знаете, еще как-то вот в желании что-то изменить, спасти, исцелить эти отношения. И вот я вижу, что только через потери, только тогда, когда этот мужчина, ему придет осознание, что он вас потерял, вот только тогда он начнет что-то понимать и что-то вот ценить, да, ценить ваши отношения и вас. То есть как только вы отдалитесь, как только вы станете для него недосягаемой, вот только тогда он поймет и оценит вас как человека, как женщину, как спутницу.
Ну да, здесь очень может проходить такая воспитательная мера. И здесь, конечно, нельзя выходить на связь. Это нужно, чтобы этот человек, вот прямо, знаете, чтобы эта шокотерапия действительно подействовала. Нужно идти до конца в этом всем. Ну что ж, мои дорогие, давайте посмотрим на сегодняшний день, как он видит ситуацию между вами. Как он видит ситуацию. А вы оказались сильней. А вы оказались сильнее, действительно. И по пятерочке пентаклей прям не хватает. Не хватает твоих поцелуев, твоего голоса и тебя в моей жизни. Соскучился сильно. И действительно, вы знаете, ситуация показала, что вы сильнее, чем он ожидал. Что в этой всей ситуации, да, вы женщина, вы нежная, вы прекрасная, и вы оказались сильнее, чем он. И вы знаете, как он на сегодняшний день? Очень неприглядно он себя видит в этой ситуации. То есть он понимает, что он в ваших глазах где-то оказался вот таким, знаете, грязным, мелким, таким неприглядным, совсем-совсем не тем королем, которым он хотел бы быть в вашей жизни. Ему хочется, чтобы вы были рядом с ним. Да, хочется. Да, ему вас не хватает, да, он на вас скучает. И вот такая вот ситуация, то есть он понимает, что ну вот как-то ну совсем. Здесь такая вот ситуация, есть понимание, что не стоило с вами бороться. Не стоило как-то, вот знаете, привносить какую-то грязь в ваши отношения. Потому что здесь что-то прямо произошло. Прямо как там мне шла какая-то грязь, да, слишком много грязи. И здесь, знаете, вот такой момент. Вроде бы старший аркан сила, но в данной интерпретации, в данном сочетании карт, это как, знаете, мне не хватает тебя. У меня такое плохое состояние. Я где-то прямо стал мелким и таким, знаете, жалким прямо в твоих глазах. Ну, вот такая вот ситуация. Давайте посмотрим, что ты будешь делать. Будут ли от тебя действия, что там вообще в твоих мыслях. Что ты будешь делать? Ну, вы знаете, конечно, я вам скажу, что такой какой-то прямо решающий момент. И он этого решающего момента боится. Знаете, какой-то встречи быстрой я не могу сказать, что она произойдет, потому что здесь проходит момент, если я с ней столкнусь, вот этот разговор, это может быть и все хорошо, да, сложится, мы помиримся, а может быть это будет разрыв навсегда. То есть какая-то надежда на восстановление отношений, она уйдет. То есть здесь будет какая-то неминуемая трансформация, да, и не факт, что эта трансформация вот понравится этому мужчине. То есть некий момент, да, я скучаю по ней, да, я хочу с ней некой романтики, но и с другой стороны я понимаю, что есть другая сторона. И вот эта некая встреча с ней, она может быть вот последней, заключительной, да, вот такой, после которой вот вообще уже исправить ничего нельзя. Ну хорошо, а будешь и желаешь ли ты шанса, придешь ли ты вот, ну как-то вот мириться, да, с этой девушкой, придется, и придешь ли. Ну вот он думает об этом, я вам честно скажу, он как-то вымеряет что-то, но прямо здесь проходит вот ситуация, что свеча затухла, да, а вы с другим мужчиной. То есть очень может быть, что он с одной стороны боится поспешить, чтобы вот как-то где-то там его манипуляция еще не проиграла до конца. Прямо знаете, как вот эта музыкальная шкатулочка, вот она еще не доиграла свою песенку, вот эта манипуляция. Я вижу, что в этой манипуляции человек может задержаться, застыть. И действительно упустить вас, как вот эта свеча эта потухнет, да, и вы, вам уже, знаете, на пляже плечики будет намазывать другой мужчина. Придет ли этот мужчина на примирение? Знаете, ну прямо мне очень проходит, ну вот прямо тройка пентаклей, тройка чаш. То есть некого времени он с вами желает. И поистине, по правде, да, у него есть такое желание, но очень проходит, вот прямо вот эта тройка показывает, что он может оказаться уже третьим лишним. То есть его уже вот его слова, они абсолютно будут запоздалыми. Вот, девочки, вот честно я вам скажу, честно. Прямо вот могут быть опоздалыми его слова. Хорошо, на сегодняшний день этот мужчина, каких отношений он желает с вами? Каких он желает отношений?
Каких жила? Хочу приблизить, хочу, да, планы у меня есть на восстановление отношений с тобой. И очень я как-то в это вижу, что все это вот так вот чик и все. И все наладилось, и все у нас прямо еще лучше, чем было. Да, да, он хочет восстановить отношения, да. Но я вижу, что в действиях здесь может быть такая, знаете, запоздалая уже ситуация. Так что если он будет еще там что-то там мечтать, да, может оказаться, знаете, поезд ушел, пассажир остался. Давайте посмотрим эмоции этого мужчины по отношению к вам сейчас. Вы знаете, та женщина, которая была моей, а сейчас, знаете, вот жаба зеленая его вот это давит, что вы для него уже неприступны. Да, знаете, его эмоции, вы... Как нужно преклонить голову, а здесь, понимаете, вот хребет переломится, просить прощения. Нужно просить прощения. Нужно прямо идти на примирение, идти на какой-то компромисс. Вот хребет прям переломится, девочки. Вы превысили его ожидания, вы оказались более сильной. Вы оказались той женщиной, которая буквально выпрыгнула из его манипуляций, вышла из его манипуляций. И сейчас я, конечно, вижу ситуацию, что его жаба давит, он скучает по вам. Он скучает, его жаба давит, потому что вы для него уже та женщина, да, которая вот сейчас, ну, уже все, да, уже неприкасаемый. Он злится по этому поводу, он хочет активно действовать, он злится. Злится на вас, злится на себя, но вот как-то вину свою не признает, знаете, такой вот весь. Почему-то, как знаете, вражда какая-то вот в нем сейчас, в эмоциях. Какая-то вражда, какая-то вот назначить себе какого-то врага, да, против кого-то быть. Вот такой вот момент. Такой вот момент. Как мне не позволено, как не сработала моя манипуляция, как это так? И здесь зеленая жаба давит его. Скучает он по вам, но, понимаете, уже такого накрошил, что не знает, как с этим справиться, злится сильно. Вот прямо в эмоциях, прямо, знаете, такое сопротивление, злость, агрессия какая-то. Вот хочу назначить врага. Кто виноват? Кто виноват в том, что вот она как-то выпрыгнула из моих рук? Кто виноват в том, что я ее теряю? Кого назначить? Себя вообще не видит. Вы знаете, прямо вот для человека, он сам для себя закрытая книга. Итак, давайте посмотрим эмоции, да, мужчины по отношению к вам сейчас. Ну, двойка воды, вы знаете, прямо там есть. Знаете, здесь в этой интерпретации двойка воды может показать, вот был период, когда вам было очень больно. А сейчас он это начинает ощущать. Он начинает ощущать то, что чувствовали вы, по сути. По сути, начинает чувствовать то, что чувствовали вы. Он боится, что вы хотите вырваться, что вы хотите вот как-то уйти, да, из этих отношений, из этого пруда. Почему? Потому что в нем уже нет чистой воды, потому что вот в нем, в этом озере, да, вот как-то какая-то неискренность прошла. Эмоции мужчины. Очень сильное притяжение к вам. И хочу все изменить, трансформировать, хочу ее задержать в своей жизни. Потому что ускользает, уходит. И мне от этого очень-очень печально, очень-очень больно. И он, по сути, сейчас начинает ощущать то, что чувствовали вы. То, через что прошли вы. Ну, твои эмоции покажи мне. Прямо вот хочется посмотреть в моменте сейчас, что ты чувствуешь. Он не ожидал, что ему не нужны будут другие женщины. Он не ожидал. Он считал, что действительно сможет заменить. Он действительно считал, что вот не ты, так другая. А нет. Нет. Он не ожидал, что он так пристально будет ждать какого-то вот вашего отклика. Как хочется сейчас опять войти в ту же дверь, в ту же жизнь, в ту же ситуацию, да, и что-то изменить. Вот прямо как желание вернуть время назад и что-то изменить. Вот такой вот момент. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Какие мысли не дают ему покоя? Тройка жезлов, четверка жезлов и девятка пентаклей. Ну вы знаете, этот мужчина действительно ждет какого-то пересечения с вами.
чтобы вот приблизиться к вам, чтобы приблизиться, чтобы вот, возможно, знаете, как-то оказаться в вашем пространстве и как-то, знаете, оказаться все-таки в центре неких событий вашей жизни. Планирует, вот прямо, знаете, как жду возможности и хочу наладить, по сути, отношения. Прийти к вам хочет этот мужчина, хочет все-таки прийти. Какие мысли не дают покоя? Ну, по справедливости он знает, что вы на него в обиде, что вы маете полное право на него обижаться. И вот это состояние, знаете, повешенного. Я упускаю шансы, упускаю возможности, я теряю время. И в то же время не могу я ее забыть. Вот не могу я ее выбросить из своей головы. И теряю. Я ее теряю в моменте здесь и сейчас по справедливости. Теряю ее в моменте здесь и сейчас. Ну, вот такое. Ну, вы, девочки, вот этот старший аркан повешенный, конечно, знаете, как бы останавливаю себя. Увидел ситуацию по-другому, но все же. Давайте посмотрим. Мысли о том, чтобы действовать, чтобы проявляться к этой девушке. Они есть, но вы знаете, это прямо как пройти через определенную боль, через определенную правду. Это как, знаете, вот как самому себе вот этот кинжал в руку. Ударить себя самого, по сути, идти на прорыв. Но у него прям четкое вот осознание, что этот разговор, он будет каким-то вот прямо, знаете, или началом нового, или полнейшим концом, да. То есть он понимает, он боится, что вот этот некий разговор с вами, он может быть полнейшим завершением без какой-либо иллюзии, надежды на продолжение. Вот такой вот у нас сегодня расклад, второй вариант. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если понравилось, буду очень-очень рада. А мы будем смотреть дальше. Желаю только самого лучшего, смелого и благородного человека в вашу жизнь, в ваше пространство. Большую любовь. Ну и осознание, знаете, вот этим мужчинам тоже, да, чтобы ценили и любили. Итак, мои дорогие, давайте посмотрим дальше. Третий вариант. Если вы слышите, что информация о вас резонирует интересно, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. Что между вами сейчас? Смотрите, что между вами сейчас? Мужчина прямо победитель, какая-то долгожданная весть, долгожданное событие произошло. Этот мужчина как-то вот отважился, и некие его шаги увенчались очень хорошим результатом. На сегодняшний день мужчина прямо вот на вершине мира и очень-очень доволен. Отлично. Давайте посмотрим, а что же между вами сейчас? Что же между вами сейчас происходит? Что же между вами сейчас происходит? Ну, смотрите, как-то завертелись, да, здесь очень похоже на новые отношения. То есть мужчина был один, да, и в каких-то своих блужданиях нашел ту женщину, рядом с которой он настоящий победитель. Да, это шанс, это возможность от судьбы. Он очень даже где-то ответственно понимает тот, знаете, некий объем труда, объем работы, но тем не менее считает, что ему очень сильно повезло войти с вами в отношения. Здесь девочки отношения, могут проходить отношения, которые уже, знаете, прошли определенную историю, для кого-то может пройти ситуация новых отношений, потому что, знаете, прямо вот мужчина очень рад, тому результату, да, который пришел в его жизнь. Очень рад. То есть вы прям наполнение в его жизни, в его пространстве. По колесу фортуны, да, четверка жезлов. То есть повезло мне вот с такой девушкой, с такой женщиной войти в отношения. Давайте посмотрим. Может проходить, что это прямо начало. Может проходить, что вы прям уже в отношениях. Однозначно вам скажу, что прямо, ну, для человека вы, знаете, вдохновение, да, определенно эти отношения, это его успех в его жизни, это очень большое и значимое прямо событие, большое и значимое для его жизни. Прямо вот крутится у меня в голове. Смотрите, если вы в длительных очень отношениях, я могу вас поздравить, потому что вот огонь между вами, он прямо, знаете, со временем трансформируется, меняется, но вы прямо, знаете, самая-самая вот эта женщина, которая, которую прям, ну, моя,
моя женщина. То есть вам действительно удается поддерживать огонь, страсть, любовь вот с этим человеком. Здесь есть отношения. Да, они могут на сегодня, сейчас находиться в каких-то трансформациях, переменах. То есть здесь может быть расстояние для кого-то, у кого-то это может быть начало-начал. То есть здесь отношения есть со всеми своими вытекающими нюансами. Итак, давайте посмотрим еще. Сейчас, на сегодняшний день, что между вами? Что между вами? Мысли какие-то. Нужно что-то менять, да? Нужно что-то улучшать. За что-то бороться по справедливости, да? Очень много целей. Знаете, когда тянуться до звезды, потому что иного варианта просто нет. Просто нет другого варианта. Что сейчас? Крепкая связь между вами. Крепкая. Как вы видите эти отношения? Ну, очень хорошо. А мужчина? Мужчина, вы несете перемену. Вы несете перемену в жизнь этого человека, да? Согласится или нет на эту перемену? Девочки, смотрите, у вас назревает какая-то перемена в этих отношениях. Вы действительно переходите на новый этап, на новый уровень этих отношений. И вы здесь, конечно, решающая сила. Женщина очень темпераментная, очень характерная. И вы знаете, каким бы смелым, каким бы борзым, каким бы, знаете, сильным не был ваш мужчина, вы прям знаете к нему подход. И я вижу, конечно, что мужчина осознает, что пришло время на некую трансформацию, на некую перемену в ваших отношениях. Он, этот человек, осознает, что без вас, вот вы его, знаете, вы тот человек, который вот привнесли вот эту надежду и некий луч. Некий луч на лучшее, на будущее. Мужчина прямо, знаете, о чем-то мечтает вместе с вами. Какого-то осуществления общего желания очень хочется. Что сейчас? Покажи. Угу. Угу. Знаете, как-то в жизни что-то готов оставить для того, чтобы прийти к вам, для того, чтобы вот с вами. Девочки, здесь будет перемена в отношениях, здесь будет перемена. Какими бы ни были испытания, что бы ни происходило, сама судьба этого человека к вам будет подталкивать. И действительно у вас грядет перемена. Этот человек что-то прямо меняет, он идет к лучшему, он идет к лучшему, он идет прямо в старший аркан, знаете, высший суд, то есть так, как должно быть. Какая-то вот прямо материальная идет, да, как-то скрыто, но прорыв очень быстро. Какой-то материальный успех идет со стороны этого мужчины. Быстро, быстрый какой-то приезд, быстрые новости от вашего мужчины. Быстрая такая кардинальная перемена в отношении. Очень хорошая, очень хорошо, очень хорошо. Здесь, конечно, я вижу, что он прямо в настроении, он счастлив. Ждите хороших вестей от этого мужчины. Как-то и в настроении, и счастлив, и все так движется, все так кружится очень. Знаете, такая объемная энергия, как будто бы долгожданная. Девочки, смотрите, мужчину могут повысить. Мужчине могут прийти очень хорошая сумма денег. Он может как-то продвинуться по должности, по работе. Какой-то круговорот хороших событий очень идет. И этот мужчина, знаете, вот в этом энергетическом подъеме будет какая-то перемена и в ваших отношениях. То есть вы идете на новый уровень, на новый виток. Я вам скажу, что да, здесь какая-то есть какие-то нюансы, да, вот как отношения, они очень такими полноценными являются. Они являются такими прямо фундаментальными, даже если у вас сейчас только начало, я вам скажу, что перспектива есть на выстраивание правильных отношений, потому что могут проходить такие моменты, что вот, например, люди встречаются 3 месяца, у них какая-то, вот знаете, сахарная история, и в какой-то момент вот эта сахарная история рассыпается. Здесь очень так все, знаете, гармонично. И все подобрано, и всего хватает, знаете, как в дорогом вине. Там и горчинка, там и кислинка, там и терпкое, там и сладкое. То есть здесь есть вся палитра. Здесь все очень даже хорошо, фундаментально. Я вижу, что ваши отношения, они со временем как вызревают, они трансформируются, они переходят на новый уровень. Я вам скажу, что этот новый уровень, он уже очень, знаете, где-то близок. Я вам скажу, смотрите, что здесь будет какое-то ожидаемое улучшение у мужчины.
в материальном плане, в какой-то, ну вот в карьере, какой-то успех ждет этого человека. И этот успех, знаете, на волне этого успеха будет какая-то прямо перемена в ваших отношениях. То есть вы идете на новый уровень. Для кого-то это может пройти прямо вот вместе жить, да, это может быть и предложение, это может быть совместный отпуск. То есть как-то вот этим счастьем, да, вот этим своим успехом, вот этой волной этот мужчина как бы желает поделиться с вами, как со своей спутницей. Отлично, давайте будем смотреть дальше. Давайте посмотрим. Да, здесь могут быть какие-то свои, знаете, разборки в паре там могут быть. Но здесь, знаете, милые бронятся, только тешатся. Потому что этот человек очень даже хорошо понимает, что он без вас никак. То есть никак. Даже самым большим страхом его есть то, что вот что-то может пойти вот между вами не так. То есть он не допускает таких даже мыслей у себя в голове. Вы дороги ему. Давайте посмотрим, что он думает о вас сейчас. Боже, ты мое солнышко, да? Ты мое солнышко. По двоечке пентаклей, вот какой-то ветерочек поднимается, который вот этого повешенного, знаете, с места сдвинет. То есть ваши отношения действительно вступают в некую фазу активности, очень такой красивого некого развития. Красивого развития. Длительных хочет отношений, да, вот у него такое впечатление, это уже все. Итак, что он думает о вас сейчас? Крупно мне повезло, и знаете, за Иерофантом все-таки идет ситуация, что это большая удача, вы большая удача в жизни этого человека. И как вот этот ключ, знаете, это одна дверь, два ключа. Вот это все-таки старший аркан Иерофант. То есть эта женщина, она мне очень дорога. И она, знаете, вот вы со всем своей палитрой, да, со всей своей палитрой отношений с этим человеком, он понимает, что вы какая-то вот действительность его жизни, да, вы в центре его мира. Вы та женщина, которую вот привели, да, это моя судьба, это моя ноша прекраснейшая, мне помощь не нужна, я сам справлюсь, да, я вот хочу, чтобы эта женщина была в моей жизни. Ну, отлично, отлично. Вы знаете, он намного молчит. Он такой вообще молчун. Но вообще-то он считает, что он пришел к наилучшему в своей жизни. То есть у него сейчас открываются определенно очень хорошие возможности. И эти возможности, они прекрасно вообще вот на ваши отношения повлияют. Вообще шикарно просто повлияют на ваши отношения. Да, это будет что-то связано с материальным. Этот мужчина, он действительно, знаете, как-то не сожалеет о том, что было. Вот здесь прямо перемена. Если вы в отношениях очень длительных, вы живете вместе с этим человеком, да, вы замужем, например, за этим мужчиной, здесь очень может проходить какое-то обновление, да, выбрасываем старое, покупаем новое, будет ресурс, понимаете, то есть отрезаем то, что было, ни о чем не жалеем, да, приобретаем новое, идет в новое, и вот наслаждаемся новым, будущим идем. Если вы только в начале отношений, я вам скажу, что этот человек настолько будет видеть яркие перспективы с вами, у вас очень хорошо будут развиваться отношения, очень классно. Давайте посмотрим. Еще он пока что молчит, да, вообще по себе такой вот молчу. Но урожай будет собирать скоро. Скоро будет собирать урожай. Да, да, будет собирать урожай. Знаете, без какой-либо спешки будет собирать урожай. Вообще приходит, прямо удача идет этому человеку в жизнь. И так или иначе, вы как спутница идете рядом с ним. И это очень хорошо на ваши отношения повлияет. Вообще, знаете, такой идет период хороших событий, хороших вестей, возможно, после каких-то терзающего такого состояния, волнений каких-то, вот идет очень спокойный, очень хороший период вашего отношения. Период, когда, знаете, вот в этой определенной тишине, да, начинается очень интенсивный рост, обогащение, улучшение, знаете, вот такое прямо стремительное движение. Вот в этой тишине начинается рост. После каких-то, да, вот этих ветров, вот этих перемен жизненных, прямо идет очень хороший период. Что ты думаешь о ней сейчас? Ну, вот это моя,
моя звездочка, да, моя самая лучшая. Вот она мне помогает осуществлять мою мечту. Она мне помогает, да, поймать вот эту звездочку. И вы знаете, как это моя прекрасная всадница. Девочки, девочки, а у мужчины-то по поводу вас такие страстные мысли, такие страстные, знаете, эмоции, чего-то долгожданного прямо ждет этот мужчина. Хорошие, очень хорошие идут вести, прямо хорошие вести непосредственно в ваш дом, в пространство, в ваши отношения, как зарождается что-то новое, новый прямо этап, новый период в отношениях. Вы знаете, этот мужчина вас видит прекрасной спутницей для себя. И вообще, знаете, девушкой, женщиной, которая вот прямо может привнести лучшие в его жизни. Самые-самые лучшие. Вот прямо, знаете, он думает о том, что вот, да, как зарождение чего-то, да, новой жизни, как какие-то планы на новый дом. Вообще, вот прямо идет как осуществление каких-то мечтаний. Возможно, к этому нужно будет еще время, но заходит какой-то очень приятный период, спокойный в ваши отношения, где, знаете, бурями и волнами будет лишь страсть между вами. А такие внешние факторы, они очень мало будут влиять на ваши отношения. Очень хороший период. Период, знаете, каких-то ожиданий, праздников, подготовка к праздникам и сами праздники. Что думает о вас этот мужчина? Ой, ну, мое сердце у нее на веревочке. То есть этот мужчина, конечно, чувствует себя прямо, знаете, в энергетическом плане, ну, прямо в таком очень сильном желании быть рядом с вами. Тянет меня к этой женщине. И есть вот это ощущение, что мое сердце где-то у нее в руках. Потому что чем ближе я к ней приближаюсь, тем сильнее оно стучится. Есть у этой женщины ключик от моего сердца. Это однозначно. И я где-то рад, что я ее нашел, рад, что я вот где бы я ни был, я лечу к ней, потому что вот она моя женщина, да, она хозяйка моего дома, это та женщина, которая разгоняет мои тяжелые мысли, которая дает моему сердцу, моей душе отдых, да, благодать дает моему сердцу, это любимая женщина, вот о чем он думает, что вы его любимая женщина. И поцелуй с вами – это вершина блаженства, вершина наслаждения. На сегодняшний день, как этот человек видит отношения между вами сейчас? Как видит этот человек сейчас ситуацию? Вы знаете, как в новой. Ну, мне проходит, что вот действительно на пороге какого-то вот нового решения. Нового решения. Ситуация взята под контроль. И как в новый виток, да, входим в новый виток. Я вам скажу, что этот мужчина ревнив. Возможно, он не очень так ярко проявляет свою ревность, но я вам скажу, что ревность его терзающая. И лучше не давать повода. Вот все-таки стараться не давать повода. Потому что этот человек, он ревность как бы держит в себе, и она его, знаете, угрызает. То есть здесь может проходить ревнивый даже мужчина. Вот я вам так скажу. И вот ему хочется, знаете, возможно, каким-то образом... как бы показать всему миру, что это моя женщина. Это моя женщина. Здесь очень может проходить для кого-то, что вот прямо объединение с этим мужчиной, как бы всему миру заявляю, что это моя женщина. Потому что ревную, потому что без нее не могу, потому что вот так вот, знаете, хочу ее удержать и все. Сейчас покажи мне. Покажи мне. Знаете, пришло время сходить с какой-то определенной точки. То есть, может быть, вы в отношениях и как-то в какой-то точке, да, вы приостановились, потому что вот внешние факторы были очень неблагоприятны. То есть, какая-то нервозность, какие-то нервы, какие-то вопросы по материальному плану. То есть, это все так или иначе оттягивало очень много энергии. И вот действительно вот сейчас пришел момент сходить вот этой точки, да, и входить в двойку чаш. То есть мы как входим в любовь, да, в определенное наслаждение. Как он сейчас воспринимает ваши отношения? Вы та женщина, которая его, знаете, будоражит, беспокоит, которую он любит, и с которой он хочет продолжения.
вот его сегодняшнее состояние. Он понимает, что вот он не может быть расслаблен. Он не может быть расслаблен. И по сути я вам скажу, что этот человек прямо вот действительно хочу всему миру показать, да, что это моя женщина любимая. Хочу, чтобы все знали, хочу, чтобы все видели и чтобы все воспринимали, что эта женщина является моей парой. Что мы с ней пара, что мы с ней любим друг друга, да. И я вам скажу, что да, мне проходят какие-то вот мысли тревожные, какие-то переживания. И только любовь, да, может изменить все к лучшему. Только любовь. Хорошо, действия этого человека на ближайшее время. Действия мужчины на ближайшее время. Как-то хорошо с вами провести время, да. Хорошо с вами провести время. Как-то вас удивлять, радовать, баловать. И вот действительно сойти с вот этой точки, да, как-то идти к лучшему, развивать ваши отношения. Девочки, смотрите, мне прям вот конкретно идет, что в ближайшее время будут какие-то шаги, какие-то вот прямо... Это может проходить как очень серьезный разговор, это как, знаете, тот момент, что вот пришло время нам каким-то переменам, да, каким-то расширением. Да, хочу, чтобы ты была со мной, хочу, чтобы была поближе, хочу тебя буквально притянуть к себе. Притянуть к себе, потому что ты мой источник наслаждения. Ты мой источник наслаждения. Каких отношений этот мужчина желает с вами? Каких желает отношений? Он желает взаимной любви. Вы знаете, у него прям четкое ощущение, что вот если вы будете с ним, все в его жизни будет. Оно так и есть. Если вы будете с ним, вы будете вот это счастье, вот этот успех, вот эту радость, вы будете делить и приумножать и наслаждаться вот этим изобилием, которое идет в вашу пару и в ваше пространство. Очень хорошие события, вообще-то я вам скажу. Да, они идут как некое вознаграждение за определенно пережитые какие-то вот нюансы, за какие-то пережитые волнение, вот оно идет вот так. То есть, да, для кого-то, возможно, это может проходить как отношения, как, возможно, вполне даже себе и свежие отношения. Но вот этот период какой-то благодати, да, он идет, как, возможно, в предыдущих отношениях вы что-то прожили. Потому что вот здесь идет как некое вознаграждение, да, людям. За то, что они ценят чувства, за то, что они ценят любовь, за то, что они отдали предпочтение любви перед всеми благами. И за это им будет дано больше, им будет дано, вот, знаете, и богатство, и благополучие, и успех. Любовь – большая сила, она открывает все двери. Давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим эмоции этого мужчины на сегодняшний день и о вас. Вы знаете, какое-то вот беспокойство мне идет. Мужчина вот прямо, знаете, он как будто бы уже решил для себя что-то и почему-то нервничает. Что-то хочет или вам предложить, или какой-то вот назревает у вас очень серьезный разговор, который ваши отношения, вот так, знаете, подтолкнет очень хорошо. Но в любом случае я вижу, что он переживает, он нервничает. Знаете, как пришло время какие-то двери закрывать, а какие-то двери открыть нараспашку, знаете, смело войти. Почему-то вот идет вот какое-то переживание. Да он уверен в том, что ему с вами хорошо, как и вообще вот в обществе, как и поговорить по душам, и поворковать с вами о любви, так и в неком интимном плане. Он просто, знаете, вот да, он очень-очень, знаете, в том осознании, что ему крепко повезло. И в то же время, знаете, старший аркан Сун, это моя судьба. От судьбы не уйдешь, да? От судьбы не уйдешь. Хватай и радуйся, да? Живи и будь счастлив. И вместе с тем какое-то переживание. Почему переживание? О чем переживаешь? Чего переживаешь? Чего волнуешься? Ну вот есть осознание, никто не нужен, только вы. И как-то прямо нуждается в вас. Это да, какая-то прямо жадность вам есть. И вот этот момент, знаете, как вы победительница, вы победили, вы лучшая из женщин, вот его эмоции, вы лучшая из женщин. Как-то он боится, чтобы вы не упорхнули, не ускользнули, потому что у него на вас большие планы по десяточке земли, большие-большие планы.
знаете, на будущее. И вы просто шикарная женщина, действительно, которая в себе имеет именно то. Но я вам даже скажу, здесь не имеет значения черты характера, какие-то качества. Здесь есть вот этот момент, что мужчина вас любит. Мужчина вас любит, и для него вы именно та. Та, с которой строишь десятку пентаклей, да, с которой строишь будущее свое. Ну что ж, давайте посмотрим, какие мысли не дают ему покоя. Какие мысли? Десятка пентаклей, влюбленные и король жезлов. Ну что ж, ну, знаете, финальные карты только подтвердили весь расклад. То есть этот человек, какие мысли ему не дают покоя? Что по десятке пентаклей, да, то есть уже пришло время переходить на новый этап отношений, пришло время лучшего, да, развития, что он свою женщину нашел, что он нашел свою любимую. И сейчас, конечно, от него зависит, состоится ли это, вот эта десяточка пентаклей, вот это благосостояние, вот это, знаете, богатство, вот это изобилие, да, от него это все будет зависеть. Он буквально нашел свою волну, он ухватил свою, подхватил свою волну и нашел свою женщину. Какие мысли ему не дают покоя? А сейчас, знаете, какой-то начинается новый этап в жизни, длиною в жизнь. Вот дальше длиною в жизнь. Нашел свою судьбу, а теперь дорога длиною в жизнь, да, вот вместе. Как бы вот хочу с ней десятку пентаклей. Девочки, здесь мужчина желает с вами прям серьезных отношений. Действительно, будет переход на новый этап, на новый уровень ваших отношений. Очень хорошие мысли вообще у мужчины по поводу вас, да, что вы его любимая женщина, что он с вами очень-очень счастлив как мужчина. Вот такой вот у нас третий расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, я буду очень-очень рада. Всем спасибо за просмотр. Счастья, радости, любви, смелого и благородного мужчину в вашу жизнь. Всего вам самого лучшего и до новых встреч!